В этом году в деревне Давыдово были проведены большие работы по ямочному ремонту картами. Заасфальтировано свыше 10 тысяч квадратных метров по 19 адресам. Это внутриквартальные проезды, парковки и тротуары. Дворы преобразились. Масштабные работы в Давыдово проводит ИО и КС Орехово-Зуево. Меняет трассы, они выводят магистральные сети из-под домов. Не было, тут будет перерезка, потому что транзит шел через дом. Чтобы уйти от транзита через дом. А ты имеешь в виду там в подвале? Да. Перевреска будет, в дом будет, согласование с управляющей компанией уже есть. По плану, по графику 15 сентября они должны закончить. Благоустройство еще плюс 2 недели. Но важно не только проводить ремонтные работы, но и содержать чистоте и порядке территории. В ходе пешего обхода были сделаны замечания коммунальным службам за несвоевременный вывоз мусора, а также по нерегулярной уборке дворников. Еще одна масштабная программа стартовала в Давыдово – это народные тропы. 10 тропинок, свыше 2,5 километров новых обустроенных тротуаров. Гуляем с соседкой с собакой, думаем, ну хоть бы дорожку сделаем, чтобы не по пескам-то тут ковыряться. Понимаете? Хорошо, спасибо вам большое. Ну, в общем, вы довольны, да? Мы очень довольны. Ходили в школу и в детский сад вот по этим сугробам, которые обычно натаптывались для одного человека. Весной мы проваливались там. Теперь очень рады, что у нас будет хорошая дорога. А еще администрации округа решено построить тропиночную сеть на месте, где еще в прошлом году стоял незаконный гаражный кооператив. Сделать здесь зону отдыха, построить площадки невозможно из-за того, что участок находится в охранной зоне линии электропередач. Поэтому решили сделать зону для тихих прогулок. Руслан Заголовацкий дал поручение руководителю комбината благоустройства навести эту территорию лоску, убрать бурьян, сделать планировку и начать сажать газон. Работа запланирована на осень.